Всем привет, народ, с вами Чипинкос ТВ. И, как мы знаем, Инстаграм запустил новую функцию, как прямой эфир на своей страничке. То есть вы теперь можете не только выкладывать видео и фото, но и показывать себя в прямом эфире и видеть, сколько пользователей заходит на вашу страницу и т.т. и т.т. Типа перископа. Вот. Но сразу хочу сказать, Инстаграм пока не для всех пользователей подключил вот эту функцию прямого эфира. Но вы, может быть, один из счастливчиков, и у вас запустился прямой эфир уже в ваш Инстаграм. Короче, для того, чтобы узнать, есть ли у вас лайв или нету, но в будущем когда-нибудь по-любому у вас будет, для того, чтобы посмотреть, есть ли у вас лайв, нету, сначала обновите свой Инстаграм, заходим, сейчас я вам покажу. Вот видите, у нас здесь есть такая кнопка Home, типа домика. Нажимаем на нее. И вот здесь у нас наверху, вот такой вот фотоаппаратик. Нажимаем на него, выходит. Вот выходит камера. Здесь у нас обычная и бумеранг. Вот. И если у вас рядом с бумерангом еще появилась надпись Live, то вы, то Инстаграм подключил вас в прямой эфир. То есть он вам выделил функцию прямого эфира. Для того, чтобы посмотреть, как это выглядит, вы должны, вот, например, нажимаем на бумеранг. Дальше, если нету лайфа, то значит вы пока не подключены. То есть надо подождать еще недельку, и, скорее всего, вы будете подключены. Вот. И для того, чтобы запустить прямой эфир, здесь будет лайв кнопочка. Вы также, вот как вот я сейчас перещелкиваю, вот обычно на бумеранг, также и вы будете подключать с бумеранга на лайв. Короче, нажимаете просто, и автоматически запускается ваш прямой эфир, и все ваши пользователи в Инстаграме это видят. Вот. Что еще? После вашего прямого эфира ваше видео автоматически сохраняется вместе с комментами, которые там люди будут оставлять, и вместе с сердечками, которые будут люди нажимать. Ну, практически одно и то же с перископом. Вот. Так что, если у вас нету, не расстраивайтесь. Через недельку, может, максимум через две у вас появится эта функция. Так что ждите и не переживайте. С вами был Чипинкос ТВ. Оставайтесь с нами. Пока у меня у самого нет этой функции, но разработчики обещали через две недельки мне ее подключить. Всем пока, всем удачи, оставайтесь с нами, пока.